Физкульт, привет, друзья и ученики, просто случайный зритель. Спрашивали вы меня в последнее время, как ситуация у меня с моим плечевым суставом. И я прошел уже МРТ с контрастом, когда мне вводили специальную жидкость для того, чтобы четко мог хирург увидеть, нужна ли операция, если нужна, то какая, какие повреждения, какие нужно производить изменения. И прошел я еще у своих друзей, которые мне делают это бесплатно. Они очень хорошие реабилитологи. Вы видели уже в моих ранних видео 2 года назад. Я тоже ходил к ним. Они сейчас разделились. Открыли еще одну клинику. И пригласили меня. Увидели сами, что я собираюсь к операции готовиться. Пригласили меня, чтобы посмотреть на ситуацию. Тоже посмотрели все мои снимки. Посмотрели, послушали, что доктор говорил. Я записал все на телефон, потому что, вы знаете, английский у меня далеко не айс. И потом мне знающие люди переводили то, что я недопонял. Ситуация, в общем, следующая. Есть хорошие новости и плохие новости. Начнем с хорошей новости. Кто бы что ни говорил, многие врачи до сих пор говорят, да, что стероиды не работают, что гормон роста не работает уже на людях, у кого закрылись зоны роста. Но тем не менее мы с вами видим прекрасно, что и фармакология работает, стероиды и работают, гормон роста сам по себе тоже работает. И что меня очень сильно удивило, я ведь делал раньше снимки, делал рентген, делал МРТ, и у меня все говорили, кто смотрел, что разорвана ротаторная манжета. Последнее время я долго ставил гормон роста, небольшими дозами, конечно, по 2, 4, там иногда 6 единиц. Но надо понимать, здесь я беру гормон, который более концентрированный, и профессионалы уровня про уровня, даже те, кто готовиться и к таким турнирам, как Олимпия, на этой фармакологии, на этом гормоне роста не используют иногда, не иногда, а не используют даже многие больше 6 единиц в день, ставя по 2 единицы утром и 2-4 единицы ставя перед сном. Что для меня очень удивительно, когда я их спрашиваю, они говорят просто, что этот гормон действительно более качественный, более концентрированный, который здесь покупают. Кстати, и фармакология здесь тоже более качественная, хотя вы удивитесь, может быть, как-нибудь, если кому интересно, ставьте лайки, пишите в комментариях, я сделаю выпуск о том, какую фармакологию здесь употребляют, какую фармакологию употребляют проатлеты и варят ее дома, варят ее в частных руках, можно так сказать. Настолько получается качественное сырье, что, говорю, работают на нем выступающие проатлеты. Очень качественно работают. И что интересно, ведь в России многие не верят в то, что не очень большие дозировки используют спортсмены, что якобы их обманывают. На самом деле сейчас очень много фейка. И ладно, если это какой-нибудь самовар, который часто бывает очень-очень качественным, но современные препараты, которые вы покупаете, не гарантия того, что они содержат заявленное количество действующего вещества. Вот в чем проблема. И человек использует дозы, которые ему рекомендуют
спортсмены, ведущие спортсмены, выступающие спортсмены, но не получает результата и делает вывод, что его обманывают. Это не так. Обманывают вас те, кто продает вам фармакологию. И может быть даже не сам ваш дилер, он может просто не знать, зачастую продающие фармакологию сами вообще даже не тренируются. А те, кто изготавливает эту фармакологию, хорошо, если там будет действующее вещество приблизительно, может быть чуть-чуть меньше, да даже если в половину раза меньше заявленного. Но ведь бывает, просто чистое масло продают. И поэтому на людей, естественно, это никак не действует. Я знаю многих людей, которые употребляли фармакологию, на них это вообще никак не сказалось. Никак. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. Понимаете? Ну ладно, это отдельная тема, чуть-чуть отвлекся. Так вот, вернемся к моему суставу. Ротаторы у меня оказались сейчас в более-менее нормальном состоянии. То есть даже вот этот суперпронатор длинный, который здесь, он слегка-слегка только сейчас надорван. То есть операция именно по ротаторной манжете моей, которая, я думал, я был уверен, и мне раньше говорили об этом, эта проблема исчезла, ее нет. Как? Я не понимаю. Потому что с любым источником медицинским, с которым я не общался, который бы не читал из учебников, говорят, что ротаторная манжета, если рвется, все, восстановить ее невозможно. Они сами по себе не срастаются. И я консультировался с врачами, они говорили, что и гормон роста в этом случае не поможет. Но вот вам ситуация со мной. Колол я гормон роста непосредственно в плечо, непосредственно в мышцу, как мне посоветовал один очень грамотный человек, с которым я общаюсь, проатлет. И не под кожу, как советуют, а именно непосредственно в саму мышцу. И вы видели результат, мышца у меня стала даже больше, настолько мои дельты изменились, трансформировались, что многие думают, что я вколол туда синтол. Но, друзья, я никогда, ни при каких условиях не ставил, не буду ставить и не ставлю синтол. Только глупый человек может сейчас ставить синтол. Вот именно сейчас. Потому что все прекрасно понимают, знают, что это такое, что это вообще не имеет со спортом ничего общего. Если человек выступающий ставит фармакологию, он все равно пашет. Синтол — это просто масло, которое вы вкачиваете в себя. Грубо говоря, такой имплант, который потом со временем рассосется, но который меняет структуру ваших мышц, вообще все внутри он меняет. И очень серьезен риск поиметь проблемы. Именно поэтому я не озвучиваю, никогда не говорю свое мнение, не показываю вот про этого дебилоида, который вливает себе в руки, сами знаете что, и который везде сейчас на всех каналах, каждый блогер его пытается пропиарить. Но пиарят, естественно, они себя, не понимая, что если бы мы все, кто несет людям какую-то информацию, особенно такие каналы, как Первый, Россия, я не говорю уже про топовых блогеров, которых миллионы смотрят, та же Бодимания меня разочаровала, и так у людей хорошее количество просмотров, у них уже миллион подписчиков, для такого канала это очень классно, очень мощно. И они все равно показывают этого дебила. И не один, не два, и не три раза. Зачем? Неужели я не верю в то, что люди не понимают, что если мы не будем показывать, не будем говорить о таких уродах, которые с бодибилдингом, со спортом, со здоровым образом жизни, вообще со здоровой головой, не имеют ничего общего. Пусть они общаются в своем кругу. Когда мы их показываем, обсуждаем, неважно, поймите, с какой стороны их обсуждать, с плохой, с хорошей, главное, что их обсуждают, главное, что они становятся популярными. Для них это как красная тряпка для быка. Тем более, что они начинают на этом зарабатывать деньги. Но именно мы, кто освещает этих людей, кто рассказывает про них, кто их показывает, именно мы выпускаем джина из бутылки. Я уверен, что большинство моих зрителей согласятся с этим, потому что все-таки на нашем канале грамотные люди, у нас канал не развлекательный, и
мне нравится говорить у нас, потому что я считаю, что мы вместе делаем канал, потому что я на каждый из ваших комментариев отвечаю. Именно ваши вопросы позволяют мне делать интересные видео именно в первую очередь для вас. Так вот, друзья, не нужно мне делать операцию на ротаторной манжете. Здорово, замечательно. Но боли-то у меня есть. Сейчас у меня боли, даже если я вообще ничего не делаю. Если смотреть по 10-бальной шкале, у меня бывает боль, когда я просто лежу на троечку. Да, это спокойно, можно терпеть, это неудобство, это некомфортно, это неприятно. Но когда я тренируюсь, делаю определенные упражнения, к примеру, отвожу руку в сторону при отведении гантелей в сторону, когда я делаю жимы, неважно какие, вертикальные, горизонтальные, на грудные мышцы или на дельтоиду, у меня все равно присутствует боль. Иногда она очень сильная, что я не могу выполнять упражнения, но иногда она такая, которую можно терпеть на 5-6 баллов по 10-бальной шкале. Доктор сказал, что снимок на контрасте четко показал, что у меня всего-навсего поврежден в одном месте хрящ. Я вам покажу на фотографии, на снимке, вставлю его в видео, вы его увидите. И там будет крестиком даже подчеркнуто, где это. Это вот одна причина, которую можно, в принципе, и, как он говорит, нужно оперировать, но это не срочно, и можно, в принципе, он говорит, подождать, пока у меня появится нормальная страховка, а я думаю, она у меня все равно появится, и не нужно будет тратить такие деньги, это где-то 15 тысяч долларов мне все равно придется потратить. А так, по страховке это выйдет, может быть, долларов 200, понимаете разницу? Именно за операцию, не за страховку. Ну, естественно, посовещавшись с женой, жена тоже хочет сэкономить денег, мы решили пока подождать с операцией с этой. Но есть еще и вторая проблемка, которая тоже увеличивается. Отломился кусочек кости у меня в суставе. Не знаю, откуда, от чего. И он отдельно, в общем, живет своей жизнью. Обрастает там какой-то ерундой. Точно я вам не смогу объяснить, рассказать, потому что там мне это все на английском говорили. Но тоже говорит, что это как бы терпит. Я не гарантирую, сказал хирург, что у тебя полностью пройдут боли, если мы сделаем тебе операцию, что не будет дискомфорта, а 6 месяцев придется реабилитацию проходить, то есть не давать нагрузку на этот сустав, понимаете сами, да? Первые 2-3 месяца вообще никакой нагрузки на эту сторону не давать. Решил я тоже подождать пока, не делать все это. Самое главное, я его спросил, доктора, если я буду продолжать тренироваться, тренируюсь я, вы знаете, интенсивно, с серьезными весами, мне это нравится, я другой тренинг просто не понимаю, несмотря на то, что тренируюсь по периодизации, на какой бы тип мышечного волокна я не тренировался, какой бы тип мышечного волокна не тренировал, не прокачивал, над каким бы ни работал, я всегда работаю по максимуму, интенсивно, качественно и выкладываясь на 100%. У меня нет легкой, тяжелой тренировки, как многие думают, что периодизация это так. Нет, периодизация это четкое построение цикла, каждую новую тренировку проводить на разный тип мышечного волокна. Каждую новую тренировку на одну и ту же мышечную группу. Вот. И что интересно сейчас? Сейчас я буду проходить у своих друзей, опять-таки, в реабилитационной клинике бесплатно различные восстанавливающие упражнения. И что интересно, что вот мне очень было интересно, удивило меня, работают там разные направленности люди. Я не помню, как точно называется это, может, вам даже как-нибудь покажу. В общем, проводили мне тесты различные на... Многие называют это триггерные точки там, но все это мистификация. Да, есть точки у нас, но они везде у каждого человека одинаковые, где может произойти спазм, где может быть мышца спазмирована
и люди называют там это триггерной точкой. Но всего-навсего нужно ее хорошенько проработать, расслабить, чтобы она пришла в свое нормальное функционирование, стала эластичной, не сжалась, не сжималась, а и сжималась, и разжималась. Вы знаете, да, что есть фазические мышцы, есть тонические, об этом у меня есть и статья, и видео есть. Кто не знает, обязательно изучите это. Первое, что вы должны изучить и понимать, какая мышца у вас фазическая, какая тоническая. Потому что одни склонны к укорачиванию мышцы, другие мышцы склонны к ослаблению. И каждую мышцу нужно тренировать и на то, и на другое, давать ей нагрузку для того, чтобы организм работал функционально, грамотно со всех сторон. Что у меня произошло? У меня нестабильность таза с правой стороны. И нерв, который иннервирует вот это все, он проходит как бы вот наискосок от правой ноги к левому плечу, к левой руке. И, соответственно, от левой ноги наискосок к правому плечу, к правой руке. Кстати, если у кого-то есть проблема, вот у меня частенько бывает, я тренирую бицепсы, но у меня больше всего устают связки и устает у меня моя мышца брахиалис. Кто не знает, это такая мышца, которая пролегает под бицепсом. Это тоже как бы неприятно, это напрягает, когда хочешь протренировать, прочувствовать бицепс, а тебе не дает именно связка. На самом деле это тоже вот нестабильность лопатки, может быть. Если кто не знает, у нас бицепс крепится через плечо, он не заканчивается вот здесь на плече, он двигается дальше, крепится. Посмотрите, кому интересно, точно анатомию. Вы убедитесь, удивитесь, насколько все это интересно и насколько это важно знать и понимать, чтобы понимать кинезиологию движения. И если какие-то где-то проблемы, то вы сами, в принципе, логически сможете понимать, что их вызвано и что для этого нужно делать. Так вот, воздействуя на определенные места у меня на теле и проводя сразу же тесты, мы видим, убеждаемся, что меняется сила мышц на удержание. Это очень интересно. И у меня на правой ноге, вот где капелька, знаете, да, кто многие пытаются ее развить безуспешно, по той простой причине, что когда вам говорит какой-то тренер или инструктор или другой знаток, что можно как-то воздействовать на квадрицепс отдельно, то это полная чушь, потому что квадрицепс — это такая одна большая цельная мышца, ее нельзя как-то изолированно воздействовать на отдельный ее пучок. Что бы вы ни делали, будет работать, сокращаться вся мышца целиком. Поэтому не ведитесь на всякую глупость, чтобы не выглядеть в глазах разбирающихся людей безграмотным человеком. И у меня вот в этом месте есть спазм. Я его так не чувствовал, в принципе, никогда. Но я понимаю, из-за чего это, потому что я даю серьезную работу в тренажерном зале, приседая с приличными весами. И бывает в этот же день или на следующий день, или наоборот, после хоккея делаю это. А в хоккей я играю минимум 2 раза в неделю. Вы представляете, да? Я вратарь. Я в воротах не стою, как говорят, а работаю, двигаюсь, играю. И я в основном провожу все время в приседе, в полуприседе, приседая, вставая, приседая, вставая. Особенно если команда соперника попадается лучше моей команды, это вообще бывает очень-очень, забивает мои мышцы настолько, что я потом просто целый день лежу, восстанавливаюсь, ничего не делаю. И с правой стороны у меня вот произошел спазм. Когда его стали массировать, разминать, это невероятная боль просто. Очень серьезно, больно. Настолько больно, что хочется кричать, как будто режут. А с левой стороны, нажимая и воздействуя с такой же силой на ту же самую точку, нет этого. Вот что интересно. И когда мне размяли эту мышцу, когда поработали над на животе, вглубь живота вот так засовывали руку, что тоже очень неприятно. И удивило меня, насколько глубоко могут тебе под пресс залезть. Перетерпел я всю эту боль, и становится гораздо
легче, гораздо сильнее становится у меня мое левое плечо, хотя боль при этом все равно остается, понимаете? Скорее всего, все-таки зажат нерв, который это все иннервирует, и он выдает мне боли туда. Потому что, насколько я понимаю, хрящ сам по себе, он не может давать боли, правильно? Конечно, отломанный кусочек кости может там вызывать дискомфорт, из-за него может быть боль, но тоже не постоянная. Что интересно еще, я это доктору рассказал тоже, в принципе, всегда об этом говорил, говорю. Я заметил, что у меня упала резко сила в жиме лежа. Именно вот просто упала. Ну, вес все равно приличный, но уже с такими прилично серьезными весами я не могу работать, просто потому что не чувствую силу. Хотя с гантелями могу. Понимаете, это тоже как раз-таки подтверждает вот эту теорию, что каждая часть тела у нас иннервируется, естественно, там каким-то определенным нервом. Если где-то этот нерв зажат, неважно, пусть даже в другом месте, как вот у меня в ноге, в тазовой области, то у меня, соответственно, соответствующая верхняя мышца теряет силу. И когда работаешь с гантелями и со штангой, эта разница очень-очень ощутима. Еще один очень для меня новый, удивительное открытие было то, что, оказывается, нашим малым мышцам нужно как раз-таки больше микроэлементов, таких, к примеру, как витамины, да, железо, селен. И наглядный пример мне прям показали. Я вот, если бы не я, если бы просто я смотрел, я бы не поверил, подумал бы, что это человека подговорили, либо это какой-то фокус. В общем, ситуация такая. Я вытянул левую руку вперед, мне на нее нажимают, потом я ее вытягиваю в сторону, мне на нее нажимают, и я ее вытягиваю вот между углом, который образовался под 45 градусов, то есть между углом вперед и в сторону получается угол 90 градусов, а если я так не в сторону и не вперед, а так полу руку вытаскиваю в сторону, получается вот этот угол. На него давят, у меня рука прям не держит, опускается, вот, хотя я напрягаюсь мощно. Вот воздействуя на эти точки мои, которые у меня спазмированы, у меня прям я чувствую, сила увеличивается, то есть рука уже не так опускается. Но правая рука, в принципе, у меня во всех вариантах положения руки сильная, ее не опускается она под давлением, когда врач мне пытается придавить ее к низу. Так вот, доктор сам тоже не знал, открыл учебник, посмотрел, какой микроэлемент отвечает у нас именно вот за эту малую мышцу. Это оказалось железо. Он взял баночку с жидким железом, как витамины, знаете, бывают же жидкие, так и железо, вот ликвид в жидком виде. Набрал полную пипетку и капнул мне в рот. И прям сразу же вот я выпил, надавили на руку, в этом положении, в котором она была слаба, рука увеличила сопротивление. Прям конкретно увеличила, я это прям ощутил и увидел собственными глазами, на своей шкуре убедился. Я сам не поверил, говорю, не может же такого быть, даже стероиды никакие так не работают быстро, чтобы. Оказывается, все очень просто. Это обманывается мозг. Почему? Вот если бы я выпил таблетку, так бы не было. Капнули жидким железом мне под язык. Рецепторы сразу же дали сигнал мозгу. И эта мышца стала сильней. Понимаете, насколько все тонко регулируется в нашем организме. Но это не значит, что вам нужно бежать прямо и обжираться витаминами, объедаться микро-макро нутриентами. Как показывает практика, я тоже раньше был максималист, хотел всего и побольше. Но, друзья, все в нашем организме, что попадает, является ядом, и все является
лекарством. Не забывайте об этом. Именно поэтому нужно соблюдать необходимую норму, которую рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Естественно, если вы спортсмен или человек, ведущий тяжелую физическую работу, там шахтер или что, вам таких элементов, в том числе и витамин, нужно больше, но немножечко больше. Это не значит, что нужно обжираться там их тоннами. Это тоже приведет к нехорошим последствиям. Ну ладно, друзья, приехал я в магазин. Итак, видео получилось на полчаса. Если у вас есть какие-то вопросы, присылайте. Если вам интересно, я буду снимать ролики тоже с реабилитационного центра. Покажу вам упражнения, которые мне рекомендовали для того, чтобы укрепить мой таз, укрепить лопатки. Это даст мощный толчок даже в жиме лежа. Мы тоже проводили тесты. Да и просто вообще, в принципе, будет полезно на координацию мышц, если вы не только хотите быть большим и сильным, но хотите хорошо функционально двигаться, особенно если вы, как и я, занимаетесь каким-то еще таким подвижным видом спорта, неважно, футбол, баскетбол, хоккей. Все это будет полезно. А нам с вами что самое главное? Самое главное сохранять и по возможности улучшать наше с вами здоровье, да, состояние. Ведь что толку быть большим и больным? В этом приятного мало. Особенно если это не является вашим источником питания, не приносит вам деньги или славу, или то и другое. Дай Бог каждому здоровья, денег, чтобы хватало на все ваши нужды, потребности, сухой мышечной массы и верного любящего спутника. Всем пока, увидимся в тренажерном зале. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить уровня новичка, среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте. Только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.